Всем привет, вы на канале Анар Гусейнов. Сегодня мы идем с папой в парк, да? На набережной, да? Мы сейчас проходим мимо такой кафешки. Да. С этой машиной все. Тут PlayStation. PlayStation Club это. Тут ДНР продают. Вот мы почти подходим. Да. Почти подходим. Кстати, я живу в Азербайджане, в городе Баку. Что, Приморско-Ахтарский район? Да. Ну, кстати, это... Какой? Хорошая машина, сонда. Ну, на втором этаже это тоже, да, где баба живет? Вот мы заходим в парк, мой любимый. Вот та бассейка, о которой вам говорил. А вот там, да. Ну да, да, я тут на бассейке буду. Вот бассейка это. Там раньше фонтан был, а сейчас его сломали. Почему? Фонтан еще ни разу не работал. Почему? Ну, потому что туда у нас такое. Сделали, они еще работу не дали. Да. Смотри, сейчас как я спрыгнул, джигаспан. Вот наше море. Море такое прикольненькое. Море такое прикольненькое, подожди. Вот такой. Вот девочка идет. Салатовый. Ого, как тут все очистили. Деревья. Развалили. Кстати, парк красивее стал. Да? С виду вот этих деревьев. За парком уже, слава богу, уже ухаживают. На кем ты наблюдаешь? Видишь, арматура висит на дереве. Где? Нет. Не вижу. Вот. А, вижу, вон. Вот, ребят, сейчас я вам скажу. Во. Висит. А ты куда? Подожди, а? Да. Сейчас тут 100% жарко. Ветра 0. Тут вроде у нас чуть-чуть зима. Почти. Уже ноябрь месяц почти. Да. Зима называется. А? Зима называется, плюс 18. Да. Если под этим роликом наберется. Снимай нормально, чтобы под этим роликом что-то набралось. Да, да, я нормально снимаю. Да, я нормально снимаю. Разговариваю нормально. Так. Там у нас тетенька какая-то идет. Вот мой папа. Какое же у нас большое море, там как-то дальше плывешь. Это не море.
Стой, подожди меня тут, я покажу. В эфире. Вот такое. Огроменное, если вам видно. Ну, из-за солнца не видно почему-то. Да. Это не море, это самое большое в мире озеро. Да. Каспийское озеро. Да. Просто морем его прозвали. А какое самое глубокое в мире озеро Карибского? Океан. Нет. Байкал. Я такого даже моря не знаю. Насколько я помню, там несколько останкинских телебашен вмещается в нее. Не, вообще это, не знаю, море такое. Нет. Я первый раз такие имена слышу. Надо учиться. Я нормально учусь. Как я, на двойке. Учился. Учился на двойке. А я сейчас на пятерке, четверке. Зато работают в таком месте, которое люди не могут найти на эту работу. Да, кстати, мой папа работает пожарным. Спасатель. Спасателем. Работал ты. Работаю. А, да. А больше ты говорил, что я спасателем работал на этом море Каспийском. Не, я просто в море выхожу. А, наблюдаешь. Не наблюдаю. У нас есть свои нефтяные платформы, на которых я провожу инспекцию, так как я инспектор. Ну, давай, заключается моя работа. Давай, вот смотри. Пожарно-техническое оборудование. Оттуда пойдем. Ну не отсюда, а оттуда. Вот здесь какой-то. Иди, оттуда я пойду. Давай. Я быстренько сейчас приду. Опа. Так. Вот меня видеть. Ой, да вот тут стекла, оказывается. Турничок. Что-то повесим немножко. О. О, все. Пришел. Где ворона? Сорока, вон, на дереве. О, слышу, давай. Кстати, вон ворона. Сейчас я поближе подойду. А, мама, полетела. Все заснял. А кого ты ждешь? Вот такие вот деревья. А тут максимальная высота. Ну, я, правда, смогу отсюда прыгнуть. Не, вот максимальная высота. Вот метр. Сколько это так мало? Подожди, я сейчас пройду. Идем, идем. Быстро. Смотрите, магический трюк. Я отсюда перепрыгнул. Вот сейчас отсюда так. А куда? Давай тут еще немножко посидим. А? А? Что там есть обсидеть? Давай посидите немножко. Посидим, да, вот здесь на лавочке. Ну, каменная лавочка. Я сяду. Я вот сейчас 9 минут снимаю. Классно. Вот такая вот бассейка, я вам говорила. О. Ну, вам, наверное, не видно. Я сейчас залезу.
Вот маленькое место. Ну, чтобы GoPro не разбить. Да. А ты смогу туда? Нет. Ну, придется залезать. Во, бассейка. Я вам говорил же. Ну, я как по правде тоже руфер. Смотрите. Опа. А туда? Ну, такое расстояние отсюда. Ну, отсюда я легко не осойти. Какое расстояние? Сейчас вам покажу. Ой-ой-ой. Вот такое вот расстояние. Сейчас прыгну. Привет! Very set. Go. Ой, допрыгнул. Круто. А сюда я не знаю. И раз, два, три. Ничего себе паркур, а? Ну, сейчас я слезаю. А? Где ящерица? Смотрите, какая ящерица. Она жива? Не трогай, Тари. Ну. Она засохшая. Здорово. Подержишь? Сейчас подождите. Нет. Так, вот нет, я. А ты не бегай, не прыгай. Ладно. Вот я вернулся. Я уже 12 минут снимаю, но это нормально, да. Сейчас подождите. Алло, да. Откуда? Сейчас я что нашел? Феник, да? Фениковое дерево же. А, ну да. Раньше феники собирали, а сейчас же нет феники. В следующем году, наверное, будет летом. Наверное. Так, я тут. Пошли. Ку-ку.ас. Опять идем на берег? Пойдем сюда немножко, да? Да-да. Слышь, вы видели огроменную ворону? Так вот, я вернулся. Да, ребят. Я вернулся. Идем. Я вот чуть-чуть себе тут открыл. И немножко вот так закрыл. 13 минут снимаю, ну нормальненько. Кстати, там какой-то парень идет. Не знаю, кто это. Да. А мы пока что идем. Так. Собака, смотрите. Сейчас я вам покажу. Собачку. Убегает. Наверное, испугалась, что я к ней приду. Может быть, или пугливая. Я не знаю. Кстати, тут что, машина приезжала так? О, как хорошо. Ох, как окна блестят там. Ну, на камере не видно. На камере не видно. Здесь вот работает дяденька. Видно.
Жопец какой. Ее папа как орех, так и просится на грех. Слышишь? Спать над твоей мамой. Вам всем до свидания, всем пока, прощаюсь.